Масштабный проект газификации регионов России обсудили на заседании Федерального штаба. Речь идет об инициативе, закрепленной в народной программе партии «Единая Россия». За месяц подано 40 тысяч новых заявок от граждан. Всего же уже заключено более 150 тысяч договоров по социальной газификации. Масштабная программа в этом направлении затронет и Нижегородскую область. Была проведена большая масштабная работа по и созданию нормативно-правовой базы, в первую очередь, поскольку поменялась полностью система взаимоотношений, ответственности за газификацию, и поменялась система финансирования. В первую очередь это касается того, что теперь владельцы домов не обязаны оплачивать расходы по доведению трубы до границы участка. Нужно использовать все ресурсы, интернет, мобильные офисы для подачи заявок. То есть мы с руководством «Газпромгазификации» с определенной периодичностью раз в две недели выезжаем в регионы, смотрим положительные практики, которые есть на местах. Вот эти практики нужно внедрять повсеместно. Еще отмечу положительный опыт тех регионов, которые помогают людям не только с оформлением документов непосредственно при подаче заявок на догазификацию, но помогают воспользоваться механизмом дачной амнистии, которую «Единая Россия», как вы знаете, в конце 2021 года еще продлила.